Он мешает, загораживает выезды. Итак, владелец белого Мерседеса МЛ 0029 или что-то в этом роде, просьба подойти к своему роскошному автомобилю. Он мешает выезду. Спасибо. Видите собак? Какая порода нравится? Спасибо. Чем она радует? Пыталась поправить задний конечно, он хромал на левую переднюю. Что, ведет себя хорошо? Хромую собаку оценивать нельзя. Не имеет права. Костин Кобель отметил. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что в третьем ринге сейчас проходит соревнование азиатской овчарки. Обратите внимание на этот ринг. И еще раз напоминаю, что вашему вниманию Ребята, второй ринг выступают. Дорогие хорватчане, для ваших питомцев, но в нынешних экономических обстоятельствах, возможно, пригодится и вам. Итак, корм Пурина, наш постоянный спонсор. Обратите внимание на этот бренд. Лабрадор 329. Подойти. Первый ринг. Лабрадор. Азиатские овчарки. Алабайда. Правда, отличная собака. Ждем ринга, да? Thank you.
Уважаемые господа, клуб «Трое Ковчег» предлагает щенков французского бульдога. Лучший клуб французских бульдогов в Харькове. Обратите внимание на эту прелесть, на представителей этого клуба и, собственно, на щеночка. Еще что? Кила. Как собачка зовут? Кила? А порода? Папа. Вич. Папа. Охраняете ли? Да. Прекрасно. Отличная порода для охраны маленьких девочек. Хохотский терьер, да? Внимание, третий ринг. Просят подойти открытый класс сенбернары. Среднеазиатская овчарка, табели номер 15 и 16. Третий ринг, внимание. Так, еще медленнее, шагом, еще медленнее. Вы не медленнее идете. Еще медленнее, еще. Останавливайтесь, вот так. И медленно, медленно. Вот, отлично, медленно, еще медленнее. Something you don't see with this quick movement. It's true. Eighteen months.
рысью другой круг шагом. Так, ребята, ринг номер 3, кавказская овчарка. Смотрим, не дуемся. Роскошной лохматой охранной собакой. Дорогие друзья, Home Food. Отличные корма для собаки. Каждый, кто подойдет на палатку с этим брендом, получит красивый глянцевый каталог продукции. И вы узнаете все об этом бренде. И не пожалеете. Потому что это единственный украинский бренд, который позиционирует себя продукцией без химических консервантов. Home Food. Обратите внимание. Господа, обратите внимание на черную палатку с продукцией «Проплан». Это корма, проверенные временем. Организаторы этой выставки рекомендуют. Также «Проплан» является спонсором нашего мероприятия. Черная, красивая, мрачная палатка в готическом стиле с продукцией «Проплан». Подходите. Еще мне напоминают, что «Проплан» — это корм, который проверен годами. То есть с большой историей. Черная палатка. Корм «Проплан». Подходите. Проверяйте, пробуйте. Здравствуйте. Кто вы такая? Расскажите. Вы старика? Вот есть собака? Как вас зовут? Я предлагаю двух мальчика и девочку. Это самая лучшая собачка в мире. Она одновременно и голая, и кошлатая. Обратите внимание. И щенки продаются, да. Выдаются. За какие-то жалкие грязные деньги вы можете купить лучшее животное в мире, которое одновременно и волосатое, и лысое. Что еще можно? Чане и гости первой столицы. Подходите, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Песня про черного кота, а у вас есть роскошные черные собаки. Расскажите, пожалуйста, кто вы, откуда и что это за порода? Харькова, Михаил. Это Михаил из Харькова.
обратите внимание. Дорогие друзья, все-таки не забывайте о том, что утолить свою жажду прекрасного вы можете в кафе от ресторана «Чемодан», если вы отойдете, то есть весь ассортимент шашлыка, который есть в ресторане, есть в этой летней площадке. Ее можно найти по дымку. Вот это вам не какой-то шашлык, а что-то, это реальный, реальный ресторанный сервис. Идите туда и получите все, что вы хотите. Спасибо.